Вчера, 30 мая 2022 года, в результате шторма, царившего вчера в Черном море, одну из мин сорвало с крепления и отправило за волнами прямо к берегу Одессы. Бдительным наблюдением за прибрежными водами и побережьем военнослужащими ВСУ на одном из песчаных пляжей, кстати, так любят ценители приморского отдыха, был обнаружен взрывоопасный предмет. К счастью, пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в опасное место военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины. Этот факт еще раз напоминает об опасности купания и другом способе использования прибрежных вод и побережья. Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких сюрпризов в пляжной зоне слишком высока. Не всегда мина будет вести себя сдержанно. Вполне вероятно, неконтролируемый подрыв. Об этом сообщило оперативное командование Юг.